Девушка, живете здесь? А можете сказать, что произошло? Я журналист газеты «Общественный прибой». У вас в офисе прям? Да. А по какой причине, не знаете? Нет, не знаем. Видимо, что-то с А как давно? Четверг вечером. Четверг вечером? Да. А сегодня у нас уже что? А сегодня у нас уже, дай бог, конец вторника. Конец вторника, и что, до сих пор не устранили поломку? Какой-то. В пятницу мы только разрыли яму, нашли источник и нашли, откуда бежит вода. А вода продолжала стекать вниз и уходила куда-то под землю. То есть яма не наполнялась. То есть яма наполнялась, да? Яма не наполнялась. А, не наполнялась. Она продолжала уходить под землю. Ну, и вода продолжала уходить под землю. То есть куда она уходила, неизвестно. Остается только догадываться. То есть, а по какой причине? Неизвестно вам? Нет. То есть, а у вас в офисе сейчас, получается, канализация не рабочая, да, вам как-то перекрыли, да, или что? Да, у нас там все сейчас перекрыто. Ну и в офисе у нас случилось ЧП в пятницу. А как это выглядело, ЧП? ЧП выглядело в виде сточных вод, которые разлились по офису. То есть из-за давления, да, или перепада давления, ну, или что-то? Ну, скорее всего, ремонтники что-то там тросом чистили, и оно в какой-то момент просто из канализации, из стены, прилегающей к ней, сточные воды потекли, скажем так. Но вам коммунальные службы как-то объяснили, что это случилось там? Мы арендаторы, поэтому они общались с арендатором. С арендатором? Да? С арендодателем. Но вам известно что-то? Непонятно, да? То есть до сих пор канализация у вас не работает в офисе? Да. Правильно понимаю? Да. Представьтесь, пожалуйста, как вас зовут? Разинкова Юлия. Юлия, а какой здесь адрес? Софиевская, 10. Софиевская, 10. У вас офис, получается, что за компания? Локушок. Как называется? Митхаус. Митхаус? Ясно, спасибо. Юрий, добрый день. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, что произошло? Вот у вас, я вижу, здесь вырыта яма, канализация, запах специфический. Находимся на Софиевской 10. Скажите, что произошло? В двух словах, то есть нас затопило. То есть произошел прорыв канализации. То есть и частоты попали в наше офисное помещение. А когда это произошло? Произошло это в четверг. Повторите, пожалуйста, плохо слышно. Произошло в четверг вечером. Четверг вечером. Да, в четверг вечером. На прошлой неделе. Время. Сегодня у нас уже что? Вторник. Уже, да, сегодня вторник. Ну, то есть где-то в 9 вечера произошел прорыв. Ну, собственно говоря, то есть воду мы остановили 9 числа. Вот до сих пор, собственно говоря, мы переживаем, что может быть обратно это потечет. А что тому предшествовало, можете сказать? Предшествовало, собственно говоря, вероятно. То есть канализация текла уже давно, потому что, ну, если судить по покрытию асфальта, который был продавлен, то есть, ну, машинами, собственно говоря, эту трубу и продавило. То есть сантехники, которые пытались исправить эту ситуацию, вероятно, ее забили, то есть труба просто осыпалась и нечистоты пошли. То есть вы вызвали сантехников, да, чтобы они... Это конечно. А что, у вас начало подниматься давление? Да, у вас начала подниматься вода непосредственно в туалете, который находится в нашем складском помещении. Вот, то есть стояла вода. То есть мы решили, естественно, это убрать. Вызвали сантехников? Да, вызвали сантехников, то есть они начали работать, и после этого в один прекрасный момент вода просто полилась к нам. Понятно. А вы сотрудник этого офиса, да? Да, я руководитель. Руководитель? Понятно. Сейчас как ситуация? Что... Ситуация сейчас сухо, комфортно. Своими силами мы все почистили. Своими силами восстановили, а я смотрю, еще канализацию еще делаю, да? Канализацию делаю. А что говорят коммунальщики? То есть они как-то вот, ну, не знаю. Что я могу сказать? То есть коммунальщики суббота-воскресенье не работали. То есть у них выходные. Не, ну это же было в четверг, то есть еще до субботы-воскресенья время. Не, они подогнали трактор. То есть здесь находятся коммуникации, газовые коммуникации, угу. Высоковольтные провода. То есть копать экскаватором невозможно. То есть копали исключительно вручную. Ну, понятно, что люди живые, долго копать не будут. То есть суббота, воскресенье они просто отдыхали. Сейчас, в принципе, продолжают работать. Я надеюсь, что сегодня-завтра они закончат. Ясно, спасибо. Спасибо. Общественный прибой, новости Одессы. Скажите, пожалуйста, что здесь? Сейчас прорвало трубу, подмывало фундамент. Поломка устранена или еще работы идут? Ну, устранена или нет? Частично. Частично? Ясно.